Друзья, мы продолжаем наш вечер с эпохи звездных мистерий. И я приглашаю Александру Таан, автора книги «Немо», заместителя руководителя арт-клуба «Свежий взгляд», так как она у нас активист и договорилась о презентации «Свежего взгляда» в буквоеде на Владимирском 23, которая состоится 24 февраля в 16 часов. Мы всех приглашаем. Большое спасибо, Ирина Романовна, за то, что вы собрали нас в этом прекрасном знаковом для Санкт-Петербурга месте. Дорогие друзья, всех вас с прошедшими праздниками, очень рада вас видеть. Я думаю, не первый, не последний раз. И эта встреча будет посвящена в том числе и космосу, потому что космос в каждом из нас, в каждом горит по-своему краски. Так было в начале, осыпались красками звезды, и море вобрало их странные длинные речи. Цветами рожденный качался вскипающий воздух, а тяжесть небес обнимала скалистые плечи. Немая черная с белым земная гравюра воскресла из глины солярисом огненно-красным. Как соль из воды проявлялись видения фигуры, или дань подражания формам загадочно разным. Так было в начале, как радуги высшая милость, улыбка богов, расцветающей красками жизни, как смех одуванчика юный, которому снилось порвать, освещая земные и твердые призмы. Так было в начале ночь. Словно высвечен желтым, как кадр июньский закат. Он лазурно-лимонный, в сирене фиалковой дымки. Фиолет превращается ночью в немо-асфальт. В его лужах лимонных плывут разноцветные рыбки. В млечном море асфальтовом Сириус месяц летит. Отражением стирая бессмертных людей силуэты, вмиг сиянием распустится серый могильный гранит. И раскроет все тайны о прошлом седые газеты. Иероглифы судеб на кладбищах заговорят, но бездонный старик, спящий в склепе, уже не услышит. И бездонное солнце омоет прощальный обряд, а июньское утро поплачет о чем-то на крышах. Единое. У христиан и мусульман сердце стучит, как барабан. Кто же взрастил радикальный ислам? Кто над землей прошептал «Ама-мам»? У христиан и мусульман солнце одно напополам. Грустен священник, задумчив имам, дам дань отдавая потухшим мирам. У христиан и мусульман пепел песка, нефти стакан, звездочки воин из небесных бархан и караваны на Исфахан. Вообще тема космоса, она настолько разнообразна, что она же и философия, можно действительно обыграть многочисленные грани ее на недоступной планете. Синие дюны застыли над грозовой тишиной, небо две чайки пилили бело-кричащей струной. Красные падали тени на меднолобый песок. В томной приторной лени лился по венам ток. На недоступной планете пена летела ввысь. Бог, размышляя над этим, думал, что мы удались. Следующее стихотворение «Синяя Немо» я посвящаю моей дочечке. Мне недавно исполнился годик. Это как раз стихотворение, которое позитивное, действительно космос многогранен у нас. И я завершу этим выступлением. «Синяя Немо». Море мерцает в глазах, дочечки светлая Немо плавала на небесах до разрушения Демо. И распустилась в саду яблоком спелым и красным, я волшебство украду. В самую главную сказку космос смеялся в глазах дочечки синяя Немо в старых семи мирах. Главная теорема. Спасибо.